Привет, воронежцы! Знаю, что вы уже чувствуете приближение осени, поэтому я делюсь с вами солнечной погодой на ближайшие выходные с Черноморского побережья. В субботу ожидается преимущественная облачность. Ночью столбик термометра покажет плюс 10 градусов, а днем плюс 21. В воскресенье ожидается переменная облачность. Ночью плюс 14 градусов, а днем плюс 24. Блокнот «Воронеж» открыл новый раздел к 1 сентября. Если у тебя есть что предложить школьникам и их родителям, звони, и мы расскажем об этом всем. Подробности в описании.